Да, директор парка. Да, директор Центрального парка «Патриот». Поэтому я просто что хочу сказать. Танк Т-64, разработка СССР, дальнейшая доработка, модификация уже Украина, их основной боевой танк. А вот, кстати, попадание, пробитие, судя по характеру отверстия, кумулятивное, видимо, РПГ. При таком попадании командир точно не выжил. Место механика-водителя CV-90 БМП. Вот как раз мы здесь можем видеть поражение. Пришлось прямо в мехвода. Собственно. А вот здесь на башне попадание из РПГ. Оно как раз таки тоже пробило БМП, и кумулятивная струя ушла к наводчику. Так, внутри шведской БМП СТРВ-90. Здесь у нас отделение для десанта. Тут мы видим как раз места стрелка-наводчика, место командира. Там впереди место мехвода. Соответственно, внутри нее можно перемещаться только на корточках.